Ну, друзья, пришел я. Да, маленько крутанулся чуть-чуть. Вон дымок, печка топится, теплый. Хорошо. Порог шумит. Луна поднялась, ее уже не видно. Морозец жмет, и хороший морозец жмет. Ладно, все. Не знаю, буду чай пить, не буду. Отдыхаю, чтобы ночью не проспать. Фу. Тепло, хорошо. Ничего, надо ложиться. Отдыхать. Фу, маленько крутанулся чуть-чуть. Тяжело. Место еще плохо знаю. Но нормально сориентировался. Все, отдыхаю, ребята. Завтра ночью встаю. Сегодня, ну завтра, да. Часа в 3 надо идти. То и раньше. С вами канал «Карелия. Все рыбалки и не только». Подписывайтесь на канал и обновления. Комментируйте, ставьте лайки. Самое интересное впереди. Вот, друзья, я проснулся, 3 часа ночи. Вот до 3 я почти печку не топил. Было тепло. Встал и затопил. Потому что чувствовалось прохладно. Все прогорело. Все практически прогорело. А пища. А так, честно скажу, у костра тяжело, потому что заморозок чувствуется. Сегодня это прихватит хорошо, сейчас по утрянке еще будет жестче. Ну все, собираюсь. Хорошо отдохну, поспал, все, водичку попью и вперед. Вот я вышел, уже иду. Морозе чувствуется, с болота прихвачен мох. Еще идти порядком. Все. Иду, будем слушать. Если на этот раз я ничего не услышу, наверное, я ошибся. Какого тока тут нет. Ладно, ребята, смотрим вместе. Рассветает. Ну, самое то, в принципе, чтобы найти. Тогда уже мы, если он здесь найдем, он будет уйти пораньше. Да, ручей какой-то. Да, ребят. Не нашел. Где-то он все равно тут есть, этот ток. Теревок слышу, такую-то. Глухаря не слышу. Ну ладно, пойду потихоньку. Нет, значит нет. Ну теперь я наконец-то проверил до конца. Ни с вечера, ни утром. Морозик такой, что прям на воде пленочка, ледок. Ну, градусов попозже, градусов 5, наверное, точно есть. Даже ушки прихватывает. Малеха. Ой, красота все равно. Не беда, что мы его не нашли. В том году у меня еще есть одни планы, не знаю, если все получится. Ездить, послушать. Красота.
Косачи орут прямо вообще. Не знаю, как у вас зовут. У нас вот тетя Рябовка зовут Косач. Кто-то не знает этого названия. Косач, наверное, из-за хвоста. Ладно, все. Буду возвращаться. Что тут делать? Тихонько надо идти. Вот я и пришел к палатке. Ну что, сейчас еще маленько посплю, отдохну, позавтракаю. Да буду потихоньку выбираться к дому. Птички поют, какая благодать. Сейчас солнышко вставать будет. Прелесть. Ладно, буду отдыхать. Так, что, будем готовить завтрак.
как солнышко. Так, теперь кофе. Так, немножко полоснуть турку надо. Так, вот кто-то мне подсказывал, кто-то Олег подсказывал, да. Говорит, привет, надо бросить кусочек сахара. Так, кусочек сахара. Пробуем так заварить тут. Потом наливаем кипяток. Но он не закипевший. Вот так. Теперь мы сыпем кофе. Вот так. И теперь, друзья, мы что делаем? Главное его не как только довести до кипения, но не закипятить, как я правильно понял. Будем пить кофе. Здорово. Я думаю, все у нас получится. Ну что, будем завтракать? Завтракать и будем собираться потихоньку. Может, что-то для вас еще поснимаю. Красота, конечно, божественная. Утро просто. Я пришел с леса ночью, когда часов 5, наверное, пришел. Я там печечку подложил и опять как лег. Вот поспал маленько еще. Дорога дальняя еще, добираться и добираться. Ну все, пусть заваривается. Жаль, что вам не передать запах кофе утреннюю в лесу. Благодать. Кто-то мне рассказывал, не помню, с детства откуда-то, палочку в муравейник тыкаешь, и вот сколько муравей до верхушки доползает, сколько их доползает, столько будет теплых дней.
Ну, это, наверное, активность муравьев. Вот видите, вот сейчас они неактивны. Один пытался и не залез. Что, друзья, вот загрузился я. А вот при такого красивого места поеду. Ну, не знаю, приеду ли я сюда еще весной. Наверное, приеду, потому что день и ночь я провел просто изумительно. Красота. Так, оставляю порядок. Вон дровишки остались. Все, чистота, порядок. Даже костровище нет. Все, еду. Буду еще что-то снимать вам. Красоту эту. А птицы как поют. Ну что, вот моя эпопея и закончилась. До дома уже осталось совсем чуть-чуть. Погодка налаживается у нас. Ну что, ребята, скоро будет лето. Немножко нам осталось потерпеть. И будет рыбалка. Спиннинг опять, все. Вот остановился маленько передохнуть на такой стояночке. Вот она река. Красота и только. Все оживает. Ладно, все. Так что буду прощаться с вами. До свидания. До новых встреч на реке. Всего вам. На реке, на озере. Всего вам доброго. И удачи в ваших рыбалках. Пока.